спокойно. Солнышко, ну что ты весь день сидишь у окна? Поиграй, займись чем-нибудь. Мама похожа так на дочку. Ой, дочка на маму. Мы эти носы сдаем сами. Я к маме хочу. Я к маме хочу. Мама, я к тебе. Не сейчас, видишь, я пока занята. Эй, что случилось? Ничего, просто... Девушка, много не побегаешь. Только не езжай, да. Иди сюда. Он ее может вылечивать вообще. Ну, так лучше. От голода, правда, не спасет. А теперь беги играть. Вранул так немного, магазин оборовал, поел. Не езжай, да. Вот и все. Печенька. Можно печеньку? Зайка, скоро ужинать. А печеньем ты аппетит перебьешь. О. Новый год. Новый год там чится. Скоро все стучится. Да, скудный вид. Я бы так не метался по квартире. Джоди, ты куда это? Никуда. Просто хотела посмотреть. Ну, мороз. Такой мороз. Лютый мороз. О. Вау. Лютый мороз. Что квартира, а? Не такую. Эй, добрая фея, заедешь сегодня ко мне в гости на чай? О, да, с радостью. Вот и славно, вон моя машина. А, классная машина. Да, я сама выбирала. Это быстрая-пребыстрая модель. Бедные одинаковые. Бжжж, катались. Нет, у них там все как всегда. Хорошо. Приехали, пойдем, проходи. Какой же у тебя дом красивый. Да, мне тоже нравится. Это муж подарил на день рождения. Нифига себе. Скажи, дорогая, тебе сахару в чай положить? О, нет, спасибо. Как поживает муж? Хорошо, он как раз на работе. Опа. Он у тебя такой милый. Хватит, Айден, я не хочу больше играть с тобой.
Привет, Алиса, босс. Но ведь, а как? Мы тут с игрушками развлекаемся. Ну ты Айден, появляется перед нами. Он уже в далеком детстве у нее был. Ну как. Куда? Куда ты? Садись, садись, садись. Ну, дочки матери, да. Порисуем? Она как дерганая. Очередная мини-игра. Странные рисунки. Очень странные. Душ, душ, душ. Хочу покутаться. Джоди, помоги мне, пожалуйста. Можешь сходить за маслом в гараж? Ничего себе. Да, сейчас. Вот так масло. Зачем его в гараже-то хранить? В гараже масло хранить. Тебе не кажется немного странным? Камера здесь хорошая, вот двигать ей особо нельзя, как собственно в Heavy Rain. Джоди, ты куда это? Не в гараж знаю. Куда? Просто хотела посмотреть. Господи, где этот гараж? В американских квартирах где гараж находится, народ? В домах, то есть. Где оно? Где гараж в американских квартирах? Давайте искать. Мам, ты правильно подсказала. Я что-то не могу найти. Джоди, масло принесла? Несу. Черт, да где это масло? А, вот гараж. Да, незрачное место. Ах, ничего себе, вот такое место. Да и это масло вопрос. Господи, ты что, не можешь обойти стол так? В таких играх это довольно странно. Спасибо. Странно, масло наливать в канистру. Это нормально, нет? Что оно в канистре? Пищевое масло. Джоди, зайка, иди поиграй во дворе. Я позову тебя к ужину.
В дворе. Пустила. Зайка, надень курточку, сегодня прохладно. Гараж есть холодильник. Американцы закупаются такими большими пачками. Я не знал культуру Америки. Холодильник такой не влезет. Ну да. Тоже верно. Американская культура, она такая странная. То есть для нас странная, для других. Конечно, непривычно, да, что искать масло в гараже. Для меня лично. У меня масло вон в холодильнике. Иду. Что, она не хочет, что ли? Класс, теперь мне и вкусно, и холодно. Ты-то не мерзнешь, Айден. Тебе все равно. Господи, что игра лагает? Боже мой, лаги, фу. По крайней мере, история интересная. Но что уже заинтриговало? Что уж будет дальше? Да, очень заинтриговало. К сожалению, времени нет много, чтобы играть. Сейчас, по крайней мере. Айден, покачай. Удобно. Ну и ладно, все равно сложно. Я не пойму еще вот связь, какая она. Ну где ты, тупица? Нет, не попадешь. Ай, ай, холодно. Ну, придурки, что встали? На тебе. Да. Кажется, придумала, чем заняться. Ты мне за это ответишь. Получай. Ну да, я знаю, что нельзя. Ну и что, мы 5 минут поиграем, и все дела. Мама даже не узнает. Пик. Продолжай. Друзей нет, сиди дома. Меня с улицы. Что ж ты не подрываешь? Ты меня с улицы хер выгонишь? Только когда ноги, одежда была мокрая, и подлиннейшая. Мог бы хоть помочь, Айден. По факту, признаться честно, я ненавижу. У меня тоже не было друзей в детстве. Нет, не попадешь! И я в детстве тоже не гулял, всегда дома сидел. Так что судьба такая же. Эй, Джоди, поиграем? Ну, правда, более гложе. Тогда прячься, а то снежком залепят. Экшн! Экшн! На тебе! Ты мне за это ответишь! Стой! Не надо! Ты мне за это ответишь! На компьютере очень весело играть. Вот снежки, кстати, ненавидим. Да, новогодние. Не люблю снежки. Эй, на
нечестно. Получай. А ну-ка, сейчас устроим. Это Криса. Все, наигрались. Ну все, малявка, попалась! Нет, нет, пусти меня! Нет, нет, хватит! Ай да. Ни хрена себе, он насильник. Не, я тебя не убью, чувак. Ты все-таки умер? Вы видели? Чуть не убила! Видели, что она сделала? Она ведьма! Ведьма поганая! Что происходит? Она ведьма! Говорю вам! Джоти Хопс! Ведьма! Пойдем, пойдем домой. Идем. Идем! А это кто? Иди в дом! Это отец? Что стряслось? Зачем ты вышла на улицу? Тебе запрещено уходить со двора! Они там играли! Я просто хотела с ними! Что ты сделала с мальчиком? Филипп! Я не виновата! Это Айден сделал! Он защищал меня! Он... Хватит! Меня тошнит уже от твоих выдумок! На Нет, этот раз надо. Ты у меня получишь! Не смей! Марш в комнату! А мне кажется, что они просто избавились от нее. Это очень подло, конечно. Но с другой стороны, тоже понять можно. Мне понравилась очень многим игра. Верная главная сцена стоит Кейдж, стремится вложить в свою душу. А проснешься в хорошем настроении. Таких проектов, как да, да, на полку всегда достаточно. Вьянто Соус. Ну да. Я боюсь чудищ. Правда? Они меня схватят. Зайка, чудищ не бывает. Я могу тебе оставить свет. Засыпай, малыш. Как бы... Я и не сравниваю, да? Это игра совершенно другого рода. Вот, и Quantico в игры мне очень нравится. Поэтому я купил и Beyond Two Souls. Правда, все ее обосрали, все очень... Ненавижу! Это из-за тебя мама с папой меня не любят! Не злись ты на нее, Филипп. Она ребенок. Ребенок? Видела, что она умеет? Сьюзан, это не ребенок, это... Это чудовище. Не смей мне так говорить, понял? То, что с ней творится, это ненормально. И становится все хуже. Господи боже мой, а если мы ее разозлим? Ой, да что за бред! Сьюзан, она все равно, что дикое животное. Мы не знаем, на что она способна. А в доме живет настоящий демон. Вот, это отец. Они все такие. Отцы. Сьюзан, с меня хватит. Все, довольно. Иначе нас с тобой ждет дурдом. Мы согласились взять к себе девочку, а не это... Нечто. Блин, ну это приемные. Ох, это приемные родители, блин. Очень жалко. Кто же ее настоящие родители тогда? Мне интересно, что будет дальше. А ничего не будет. Не все большинство понравилось. Как извинитесь, не отвечает, свой интернет практически сидел и не пропускает. Да у многих почему-то стрим лагает, тоже простите. Подписывайся на канал. Да? Подписывайся. Вот. Я, конечно, мало играть в такие игры буду, но в ближайшее время может быть. Если только Фаренгейт поиграем. И, ну, посмотрим, да. На стриме я такое не играл. Ну, и опять же, не знаю, как это вообще смотрится. Смотрится это, наверное, не очень. Потому что ты как играешь в кино, это интерактивное кино. Стримить интерактивное кино, это как смотреть кино другим людям. Ну, я имею в виду.
Вам это просто как кино. Не знаю, интересно ли наблюдать. Вот. Ничего не бойся, слышишь, Айден? Мы просто заснем. И ничего страшного. Уи! Иди с нами! Чудес не бывает. Они есть, мама. Они есть. Мне нравится игра. Я прям вот сейчас вот готов ее проходить прям вот одним заходом, но, к сожалению, времени нету. Скорее всего, скоро закончу уже стрим. Дел много. Вот. Блин, Джонни, я пропустил какой-то момент. Вставай. Ну ладно. Что случилось? Одевайся. По дороге объясню. В ДПА идет программа по изучению инфрамира другого измерения. Разработан конденсер, устройство для создания врат в иной мир. Они открыли проход в мир Айдена? Ночью сквозь врата проникли существа. Мы не смогли отключить конденсатор. Все в здании погибли. Спасателей тоже никто не вернулся. Тебя просят помочь. Я говорил, что ты ребенок, и это слишком опасно. Но они знают, что ты одна сможешь справиться с тем, что лежит за грани. За грани. Очень интересно, прям переживаешь за нее. Вот. Что будет дальше, очень интересно. Я не знаю, как вам, но мне правда. Недавно все на стриме. Если не готова, скажи. Я увезу тебя. Не надо. Я готова. Вот, так, ну, вроде всем был интерес, переживали. Вот я не знаю, народ у меня то ли какой-то бесчувственный, то ли еще что. Никто что-то ничего не переживает. Стой, Нейтан! Ты чего? Нельзя ей туда идти! Я, ты да, в первый уме? Раз. Выбора ну, нет. Я ее купил, только она так, может нам сейчас помочь. Не надо на вы, это не очень. Нет, смущает. Ничего не сообщали. Простите, мисс, вам сюда нельзя девочку. Пропустите. О, извините. Погнали, я готов. Подожди. Приказы. Что еще за чудище? Вот мне тоже а интересно. Девчонка. Блин. Какая? Все-таки мне понравилось. Вот нравится мне игра. Наказание бред какой-то. Тут все сплошной бред. Она что тут? Вы знаете, что будет в порядке? На что они похожи? Я просто... Ее нужно срочно отвезти в больницу. Немедленно! В общем, мы не переживаем. Да что там переживает? Один из нас не хочет даже играть. Там есть пульт управления. Это все, что я знаю. Джонни,
Существа вокруг врат не такие, как Айден, они из глубин того мира. Мы о них ничего не знаем. Я с рождения живу бок о бок с существом, о котором ничего не знаю. Я справлюсь. Не бойся, я сегодня не собираюсь умирать. Я не пойму, он ее растил, что ли? Как она вообще относилась к ним? Мы очень мало знаем ее прошлое. Вот сколько мы уже играем, 2 часа, я так мало узнал про нее в целом. Вот. Там была английская умника, потому что англичане другие больше расположены к игре, чем русские. Не могу точно сказать, то я все-таки англичане. Не знаю, как относится, но по крайней мере... Не знаю, как ты, Айден. А я боюсь. Может, люди у нас бесчисленные были, может, еще что-то. Может, просто основные игроки на PlayStation это школьники, я не знаю. А понимаешь, а школьникам они не особо поймут. Ну, игру тяжело понять. Я Heavy Rain играл в возрасте лет 14-15. Я все равно переживал персонажа, было очень интересно. В Heavy Rain очень классная игра. С удовольствием прошел огромным 2 раза. 2 раза прошел Heavy Rain, так что это очень здорово. Эти лифты ручные довольно забавные, понимаешь? Никогда не понимал смысла, хотя с другой стороны... А нет, все-таки не понимаю, все это понятно. Че это я не понимаю, да? Ой. Ядкинки. Вообще не понимаю. А. Вот, что типа того. Давай! Это пускай не будет фильм «Полиция стихии», мультик по Англии, всегда понимаю такие игры, как я. Я не любитель этого, к сожалению. Блин, где, куда же идти? Четвертый этаж. Графика шикарная в игре. Вот сколько вот не смотрю, она для стимул, конечно, шикарна. Если бы на PS4 она была, было бы... Не знаю, было бы вообще просто шоколадка. Ну, так или иначе, мы не на графику смотрим, да? В первую очередь на сюжет. Ладно, все равно приятно видеться. Графика, это хорошо. Heavy Rain, кстати, тоже хорошая графика, это здорово. Ходи, там
ждет только смерть. Но она живая. Говорят, ее сделать, да, мне тоже. Я не знаю насчет этого, кстати. Сделать ли ее на PS4, нет ли? Лол. Скорее всего. Но пока квантики заняты новым проектом. Мне очень хочется узнать, что же это. Скорее бы. И другие души. Все-таки здесь есть мистика, это очень круто. Вот Фаренгейт в том же. С той стороны. В том же Фаренгейте, да. Да, вы все знаете, да. Там было очень много мистики. Первашка вообще в странном месте. Один после как-то выкладывал скриншот Last of Us в Beyond the Souls, который портируется на 4. Я вопрос, откуда ты знаешь, он сказал, что если скажешь на таком Sony. Я чувствую. Они здесь. Скажешь, что Sony. Будь рядом, ладно? Beyond the Souls должна появиться. Вопрос времени. Но опять же, я говорю, Quantic сейчас делает что-то новое, тоже интересно глянуть. Потом, естественно. Как только они что-то сделают, обязательно придется покупать PS4. Пока у меня только Nintendo Wii U. Из 8-го поколения. Вентиляция. Дик. Еще бы добраться. Видеть как. Где тебе добраться? Ум. Появилась палка для селфи. Видел Инстаграм. А, да, да, знаю. Это мод такой. Что за дрон? Про дрон не знаю. Не знаю. И... Люди были. Ну это не хоррор, конечно. Мы уж не пугаемся так. Ладно, успокойся, Гритин, а то я сейчас тебя реально забаню. Энергетический поток, позволяющий нам открыть временный проход. И все. А, так мы наверху, я думал, вниз попали. Где эти вот? А
момент, когда игра показывает, что геймплей в играх это не самое главное. Все-таки сюжет, да, должен быть. Ну, смотри. Mario Kart. Голый геймплей. Она очень веселая. Вот, она бессмысленная, бессюжетная. Вот, как все гонки. Ну, это гонки, ладно. Ты меня этими фокусами не пугаете, да? Стекло ты ломай. Я ломал стекло. Кстати, тут есть поддержка мува? А, нет, я возьму. Блин. Какой бы привести пример игру голого геймплея без сюжета? Даже не знаю. Ну, то есть они лично меня так подцепил геймплеем, но это мое мнение. Вот. Что Destiny, такая... Хороший геймплей, но нет сюжета, пустая игра. Весело. Огнетушитель. Наверняка где-то должен быть. Айден, поищи. Скажи еще, что прошел Destiny. Ну как бы прошел, да. Прошел. Destiny я прошел. Блин, да где огнетушитель? Дайте мне огнетушитель. Эй! Так, сегодня вторник или. Ой, нет, сегодня понедельник. Все, у меня уже не перепутали. Я не могу найти огнетушитель. Ну что за бред? Кстати, Алиса смотрела все прям прохождение Beyond the Souls? Не играла еще или что вообще? Я уже что-то. Блин, да где огнетушитель, чертов? Не могу найти тебя. Эй, эй. А, вот все это будет. А, нет, его тут нет. Ау-ау! Я не должен умереть. Убил крота? Убил крота. Ты чё, вообще что здесь? Ты несёшь? А, во. Блин, он такой темный. Где-то не он. Блин, да что это, а? Ё-моё. А мне огнетушитель.
ранен. Ноги чуешь? Нет, мне не выбраться. Спокойно. Они повсюду! Ладно, под контролем. Так, продолжаем поиск. Как будет тушить ее. Поиск огнетушителя. Блин, что делать? Я уже заманался. Я здесь уже был. Я устал. Я не знаю, где это чертов огнетушитель. Какой идиот. Айден, это бестолку. Да знаю я. Я просто... Так, ладно. Я уже... Блин. Что будешь делать, да? Я не могу найти. Да ёлы-палы, ну где он? Господи, да что ж ты будешь делать? Народ, помогите, я уже запутался. Это что? Это кнопочка. Да ёлы-палы. Тут нет ничего. Я уже нашел. Ничего не могу найти. О, нашелся. Господи. Идеть. Ну, маленький. Понятно, что его тяжело найти. Ну, нашел, нашел. Зато был длинным, долгим. Да, да, да. Переключись на Айна, пройди через так. Угу. Я нашел. Все. Так иначе, спасибо. Хоть я не нашел. Вот, да, 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 все. Все нашел, спасибо. Уже идем дальше.
Тут еще много огня. Человек! Человек! Нет, 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 нет! Уходи, уходи, пожалуйста, уйди! Тише! Я Джоди, я работаю с Докинзом. Существа полезли из врат. Существа из-за грани. Я спрятался, но они здесь. Они еще здесь. Вы бегите к лифту. Он заработал, вы сможете подняться. Но ведь эти твари тебя убьют. Я не одна. Смерть ты встретишь одна. Сдохни, дрянь! Сдохни! Блин, обидно, когда шукался. Вижу, по-моему, тот же, что на Хэверей. Ничего не изменилось. Кстати говоря. Это так. Ну, чуть-чуть, прикрылся инфекция. Ой, голова. Ой-ё. Сейчас, секунду. Джоди, ку-ку. Ой, да, кстати, не надо мне называть на вы, я же говорю, не надо. Смущаешь. Мне всего 19. На вы так называть. Да ладно. Ух.
Вон написано полная опа. Видите, опа. Мама, блин, о, опа. Так вот. Собирай информацию. Отчина, дураки! Они проходят сквозь стены! Дверь их не задержит! Нельзя рисковать. Просто все стрелять. Да, обидно. Что же это существа такие, которые ее преследуют? И их с какого-то хрена преследует. Завтра, кстати, у нас ретро... Ой, Reboot Time, игра в портал. Если что, помните, если... Так, ну тут нужна моя помощь, нужна помощь мудреца. О, мудрец Хайден, открой нам дверь. Вот так. Будь рядом, ладно? Ты всегда рядом. Главное не бояться. Что ж я какой идиот, а? Так смотришь, да? Наш не крипты! Ненавижу 300 джойстик. Это меня так трясет. СП, ты там не заснул? Мне история очень нравится. Очень. Не думайте, что я так херня имаюсь, но, блин. История реально классная. Ой. Да-да. Блин, да что ты не лезешь? Что-то неправильно зажал. ПТЕ, блин. Мы не провалились. Лоши и рядом. Вот. Холодильник. Биохазард. Конденсор близко. Я слышу их с той стороны. Постараемся потихоньку. Может, проскользнем незаметно. Но там еще много историй. Непонятно, как она еще попала в эту Аравию, и непонятно там. Да много чего непонятно, че. Бери. Вот она. Опа.
Какой-то Фаренгейт, ей-богу. Бринги. Давай, давай. Айден, ты мне нужен. Открывайся. Надеюсь, убираться не придется. Ты все вечно забирался. Сейчас какой-то Half-Life пошел. Вследствие неудачного эксперимента все было разрушено. Это последняя глава, которую я сегодня пройду. Ибо у меня больше времени нет, к сожалению. Было же нормально все. Тут что-то не так. Уровень энергии в конденсере продолжает расти. Надо выключать его! Срочно! Так вот потихонечку узнаешь всю историю. Интересно, как тут игра вдвоем реализована. Это очень интересно. Я уже запутался.
мини, да? Ну как мне этот рычаг гребаный выключить? Не назад же. Нет, конечно. Я мог, как тут можно запутаться? Тут места нет. Одна комната, как я здесь вообще запутаюсь? А, господи, не, ну, не видел точечку. О, черт. Эта штука не пашет. Экшон, экшон. Да, вейн там проще. Прям Супермен. Идем дальше, дальше, дальше. Давай быстрее. Давай, 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 давай. Есть, есть.
понял, он пишет так. Ничего не ответил. Успех, кстати, а почему это я денег не увижу? Раньше для этого не думал на то, почему же. Сколько вообще? Жесть. Там тут типа боссы летают. Из-за того, что не прыжком прыгать, не крестиком, а... Нажмите прыжок, чтобы прыгнуть. Сразу спавнил. Сейчас я нападу. Куда кинул? Ты в Киви или в Яндекс? И правильно ли кинул? На Киви нету. На Киви пусто. Айден, ты тут? Где он? Айден! Какой нахер телефон? Телефон не твой. Какой? Какой телефон? Джоди! Зря я тебя туда отправил. Зря. Это я виноват. Боже, как я боялся за тебя. Не дай им это повторить. Если открыть врата, все погибнут. Интернет, на который Киви зарегистрирован. А зачем ты на телефон кидал? Там же комиссия громенная будет, если я с него буду платить. Или ты не на телефон? Сейчас проверю баланс. Каком? Скажи мне номер, на который ты бросил. Бездомные. А, вот конденсер был. После вечеринки, там еще, скорее всего, уровень будет. Бездомные. А, это сразу после этого. После обвала. Там
в этом городе. Вот, собственно, я стрим сейчас закругляю, потому что мне нет времени больше стримить. Я просто сейчас глянешь видео. Тот номер, да, все правильно. Вот, ну все. Да, деньги ты мне перечислил, но ты мне их перечислил не на киви, а на мобильный телефон. Какого черта ты это сделал? Вот какого? Я же вот это сделал. Ах, не на телефон надо кидать, а на киви кошелек. И вот как мне теперь? О, господи, не туда перечислил, короче, СП. Ну-ка, главы. А, ну да, все, вот. Кстати, а потом можно игру-то пройти будет с самого начала. Пролог, кстати, самое конечное место, то есть... Игра началась с конца, по сути. Но это я и так понимаю. Я уже забыл, с чего игра началась. Посольство. А, пролог, просто пролог. А, сомненно, это ее взяли. Ну ладно, узнаем потом, что же с ней произошло. А что за режим игры? А, это один игрок, два игрока. Еще есть дополнительные материалы, которых у меня нет, к сожалению. Вот, ну что? Короче. Да какого там скидку-то? Надо на киви. Я могу перечислить деньги на киви, но это будет стоить мне бешеных процентов. То бишь, где-то рублей 20, может быть. Вот. Ну... У меня сейчас денег нет вообще. И так полез в чужие деньги. Ну вот, так что... Ну ладно. С вами был Silver's World. Я думаю, сегодня все. Интересная игра, мне понравилась, но я бы еще дальше играл, конечно, если бы не время. Ну что, подписываемся, да? Скоро будет интересно, будут интересные стримы еще, и Beyond Two Souls, блядь, поиграем. Вот, а завтра у нас Портальник, одиночная игра. Вот. Кто до четверга? Так вот. Всем пока, спокойной ночи. Кинь на киви только ради бога. Потому что меня на телефоне не хватит. Говорят, хватит. Ладно. Всем пока.